Всем привет, с вами Серега. Сегодня мы будем играть в принципе Перси в пески времени. Создаем профиль. Так, на русский. На русский нельзя. Ну ладно, я типа напишу вот так, Сергей. Ну типа вот так. Где? Вот типа Сергей. Сергей. Ну хоть это английский, но Сергей. Ну так, подождите. Быстро-то тут все махает. Че, здесь нет такой? А, вот скорость мышки. Ну, вот это сойдет. Ну, все как-то. Здесь нет такой штучки, которая мне нужна сейчас. Ну, что, ребята, начинаем. Вот и мы. Принц Перси. Так. Заходим мы вот сюда, кажется. Да, вот все правильно. Капля. Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени. И я могу уверить вас, они ошибаются. Время — это штормовой океан. Вы можете спросить, кто я такой и почему я говорю это? Присядьте, и я расскажу вам историю, подобной которой вы еще не слышали. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, великого короля Персии. По пути в Азад, с небольшим отрядом своих людей, мы шли через Индию. Обещания почести и славы заставили его сделать эту роковую ошибку. Вперед, сын мой! Война. Эй, что за шаман? Ваше Величество, я полагаю, вы помните данное вами обещание. Сокровищница Магараджа находится здесь. Так он же против нас. Удачи, сын мой. Он настоящий воин, мой сын. Завал. Ой, надеюсь, он живой. Ну вот, наконец-то игра начинается наша. Ты думаешь, я чувствовал сожаление, когда смотрел на причиненное разрушение? Или спокойно принял то, что этот мир можно так быстро превратить из доброго мира? Вот нашим. В этот момент я думал только об одном. О чести и славе. Привет! Принесут ему отцу, сражаясь как воин в своей первой битве. Все ясно. Так. А, вот почему. Вот почему так быстро все было махать. Так, исправляем. Исправляем. Прошу прощения. Ну, что изменит? Бля. Что за фигня? Или это не действует на меня? Ой, зачем такую скорость? Ну, тут или пипец. Что-то ничего не изменяет. Ну ладно. Как здесь прыгать? Что здесь? Как? Так, имбин. А, вот. Ну давай, давай. Может, я не здесь? Ай, ай! И мышка тупая. Ой. А, во как! О, полегче. А, вот. А не туда. Ну, пипец. Да какого? Что за фигня такая? Почему он не поднимается-то? Бля, игра тяжелая. А, во! Да что он все время
Во как. Ну, давай. Да почему ты туда прыгаешь, а не куда, куда я тебе говорю? А может... Тупой, забыл уже. Вот, фук. Лососей не получу. Понятно. Все, давай, 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 давай. Ясно. Как вам нам? О, блядь! Так, да, мне сейчас в этот дом, да. Вон наши жизни. Опа! Опа, опа, мой первый боец. Ну что, разберемся по-мужски. Все ясно. А как это делать? А, во. Так, отлично. Почему он сейчас на... Если там нету кинжала у него, это... Многие дни искали честь и славу на поле водичка. Боя. Чтобы их король мог я сказать, не ранен. Вы самый великий из моих воинов. Но что? В то мгновение, когда мой меч окрасился кровью, я понял, это не мой путь. Я заслужу признание своего отца не убийствами, а тем, что стану первым, кто найдет сокровищницу Магараджи и то, что она скрывает. Пацаны, ну как дела? Давайте познакомимся поближе. Ну давайте. Что? А, вас вообще четверо. Ох ты пить. Ясно. На это что? Что вы мне гоните? А, во. Меня ранили, не так уж больно. Ух ты ж, блядь. Хорошая аниматика. Первый день для меня хороший. Как же я вас люблю. Ой, водичечка, мы здесь не были. Такая музыка, такой пьет. Какая же красота! Я пью! Так. И в чем прикол здесь дырка? И чё? А, мы должны перелезть сейчас. А сейчас на меня 4 педика смотрят. Ну, давайте разберемся. Хоть вас много, лучше буду полегче все делать. А не то... Что это было? Давай, честный бой! Опа! Опять? Там же кинжал какой-то должен быть, да? Я не знаю, что за кинжал. Так, поднимаемся. Посмотрим. Сейчас еще раз это сделаешь, я тебя убью. А, как спуститься? А, нахуй. Сейчас я популяю. На-н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 а-
Какой ты растяга. Сдолбан. Давайте поинтереснее. Хия!
Ну как быстро. Я тебя обниму, моя и... моя пика. Мотофака. Мотофак. Уи. 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 Майда. Ага. Заходим. Ты хочешь, чтобы я продолжил свою историю с этого места, когда мы прервемся в следующий раз? А, окей, окей, окей. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Окей. Я еще в какой-то пещере, типа, или на каком-то балконе. Мазафак. Ну, ясно, что. И вот он лежит в недосягаемости. Кинжал времени. Там находится сокровище, которое я носил бы с гордостью, как трофей, свидетельствующий о нашей победе. А сейчас мне надо... Если бы я только мог добраться туда. Окей, давай попробуем. Давай! Блядь. Послушай, оттуда руку... А, оттуда руку не протянешь. Сорян. Да, оказывается, не протянешь. Давай-ка. Он круто. О, ну вот это уже не. Ну. Что ж такое? Ясно все. Вы типа. Не так уж и сложно было. Хуёбаный сон. Я сон артист. Тын-та. Опять эти шипы. Да что ж такое? Как я их ненавижу. Дай пройти. Ой, спасибо. Туда надо. Фуф, успел. Ну вот, мы наконец добрались. Так. Ох! Фуф, я чуть туда не упал. А, нет, тут еще есть это. Они всегда так будут ломаться. О, Цезарь. А, вот и кинжальчик. Или это не Цезарь? Прыг-скок. Блин. Он такой крутой. Я снова со синей тоже так же все, но и так сойдет. Ох, как разбился-то я, пипец. Что это за сундучок? А, там ничего особенного. Ну ладно. Собираемся, собираемся мы. Давай на руку его. Опа, а тут как забраться? Нажмите особенное действие, чтобы бежать по стене. Затем нажмите прыжок, чтобы прыгать от стены к стене. А, так что ли? А, вот как. Круто. Песок. Фига себе. Смотри, еще уронишь и тебя убью. Я получил то, зачем пришел. Пришло время уходить. Сейчас. Ухо-хо-хо-хо! Ну что ж так пугать-то? О, шипы-то. А как время назад? А как назад время?
Как назад время? Назад время надо найти. А это ведь сверху. Так. Управление. Так, назад нажим. Выйдите. Прыжок. Особенное действие. МВ. Атака мечом. Использую кинжал. Тав. Используйте кинжал. А, это типа... А, это типа забирать надо. Лина, а как это... Так, управление... Лина. А, вон там была опция. Тьфу, блин, да иди ты уже. Да что ж так много времени-то отнимает-то, а? Вот используем МВ-3. Давайте лучше попроще сделаем. Нет, надо где-то такое попроще сделать, типа... Фокус идет на вот эту. Пойдет. Ну-ка. Фу! Так это ты к ней, блядь. Ты издеваешься? Ай-яй-яй-яй-яй! Ты бешеный-то, а? Больно ж. Я подумал. Ай. Я ставил лайт. Однако. Блин, надо найти все же. А, вот. Вот все мои вещи. Отец! Я принес нам честь и славу. Ваше Величество, вы обещали, что я смогу выбрать любое из сокровищ Магараджи. Я выбираю этот кинжал. Ну, ты же не можешь отнять у него трофея его первой битвы. Ты можешь выбрать из остальных сокровищ Магараджи. За исключением этих песочных часов. Они станут замечательным подарком султану Асаду. И за исключением этих экзотических животных для его зверинца. Чё он всегда чихает? Да, этого должно быть достаточно. Я хочу, чтобы ни одно животное не пострадало, пока я не выбрал их. И пусть все знают, король Шахраман — милосердный победитель. Опа! Нельзя доверять человеку, предавшему своего пленителя. И нельзя брать его к себе на службу, он может предать и вас. Я познал мудрость этого изречения на себе в тот день, когда мы прибыли в Азад в качестве почетных гостей султана. Друг мой, твой визит — великая радость и честь для меня. Если бы только ты дал мне время подготовить соответствующий прием. Сокровища Азада известны во всем мире. И... Но лучше еще впереди. Я дарю тебе песок времени. Да будет дружба между нашими королевствами столь же долгой, как само время. Песок. А почему он светится? Я могу сказать вам. Внутри этих песочных часов находятся сокровища, подобных которым не видела еще ни одна живая душа. Только кинжал может открыть песок времени, и он принадлежит человеку более великому, чем я. Юному принцу, который более дорог своему отцу, чем все богатства Индии. Возможно, он сделает одолжение. Ну ладно, и что будет, если... Нет. Что нет? Почему? Нет! Остановись! Почему? А что эти пески сделают? Нет! Ох ты! Вот, что
должно быть? Отец! Что с ним? Что с ним? Что с ним? О, Господи! Что с ним? Дай мне кинжал. Нет! А фиг тебе, а тебе факты ты показать? Ты видишься без времени. Я могу исправить то, что ты наделал. Дай его сюда, немедленно. Оу. Ох ты какие. А я с ними должен остаться сражаться. О, какие они быстрые-то, пипец! Принц, используй кинжал. Так, а кинжал? Как это? Ай! Черт, они сильнее! Забери его песок. Как песок я заберу тебе, дура? Так. Принц, кинжал! Он может повернуть время вспять. Давай, переверни песок, принц! Собезьон сальто над врагом, двигайся к врагу и нажмите прыжок S. Давай, прикончи его. Как? А, во! Как я нажал? А, во, все. Каждый раз, когда я сбивал их с ног, они поднимались, чтобы сражаться опять. Я сразу понял. Собирая при помощи моего собственного кинжала песок, что питает их, я могу освободить их от этого состояния живых мертвецов. Что за фигня? Бля, я сейчас сдохну. На, получи, тварь. Здесь где-нибудь есть? Воу. Вода? Успел. Мощники. На. Да сколько их тут? Ёбаный. Перепрыгивай ты! Ну а тебе, чмошник. Наконец-то! Ой, это что такое? А это что? Чё это? Не подходи! Ой, всё, мучение. О! Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. А, это типа... Ты думаешь, я выжил из ума? Я вижу это по твоим глазам. Ты считаешь мою историю невозможной? Возможно, я действительно... Опять это музыка. А кто бы не сошел с ума от ужасов, что мне пришлось пережить? Чему пьет воду? Уверяю тебя, каждое мое слово – правда. Так, что идем? Вот проход открылся, куда он есть, да? Мне не показалось, что-то там есть. А, нет, ничего, нет, ничего. Подожди! А кто она?
Я не причиню тебе вреда! Чё я сразу должен, блин, обходить этот гребаный путь? Ух ты ж, какая сила-то мужская тут. Лёд. Ого! Прокрутить. Подожди, это неправильно. Я не упал. Это неправильно, я не упал. Это понятно, что ты не упал, дурак. Я подумал, этого соседнего. Комнаты для гостей, где мой отец, наши придворные и я должны были пережидать холод и мрак ночи. Песок времени пронесся и здесь, украв жизни тепло у всего, к чему прикасался. Понимаю. И я, да ты чё, как прыгаешь? Этот катаклизм был пощажен. Так, иди тут у нас. Были ли еще подобные мне, кто остался в живых и скрывался в руинах? Похоже, что нет. Согласен с тобой, воу-воу. Куда? Что сейчас было? Что за звук? Надо всегда этот звук. Таф-та-таф задрали. Слезаем. Вернись! Да задрали. Действительно ли я видел ее? Или мои чувства обманули меня, не выдержав всего этого невыносимого ужаса, и я охотился за фантомом? Фантом? Как бы то ни было, фантом ассасин. Я не могу заснуть, пока не найду ее. Так, вода, жизнь у меня полностью. Там есть что? А, звука нет. Ну, давайте все же все равно проверим. А, нет, ничего нет. Я просто так буду проверять иногда. Опять! Да задрал меня этот уже паркур. Опять спальня. А вот и дырка, которая туда и нужна, и закончилось наше предсказание времени. И сейчас я пойду. Ай да, иду. Оп, оп, оп. И давайте мы сразу найдем штучку, которая... Чё за фиг... Ты кто такой жирный? Чё? Задрали. Эпс. Да эти псок тоже беру. Что-то у вас слишком здесь много. Ну слышь ты, жирный, заиграешься. Чё вы такие светитесь? Это как-то странно. О, он ледяной! Это действительно был кинжал времени. Я начинал понимать, почему визирь так жаждал заполучить. Я вскоре выяснил, что если у меня есть достаточно песка, кинжал будет останавливать время. Все. И для меня, аллилуйя. А для врага, которого я ударил. О, опять это предсказание. Ну, на этом, наверное, мы закончим. Так, а теперь ищем такой вот эту штучку, которая сейчас там что-то пиликает. Хотите сказать то, что она наверху была? Чё за фига? А, вот. О! Сейчас я буду прыг-скок делать. Слабало. Ну ладно, придется эту фигню бросать. Ты тебя нет. Ну что же нас дальше?
Я с женщиной драться буду. О, круто. А как это время что делать? Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. И когда пришли эти видения, что преследовали меня как бредовые сны? Блядь. Каждый раз я просыпался, чувствуя себя истощенным и избитым. Бля, речь заканчивай, мне прощаться надо. И каждый раз то, что я видел, затем происходило наяву. Как будто песок времени позволял иногда заглядывать краем глаза в мое будущее. Речь, наконец-то. Ну, ребят, это уже все, конец нашей истории. Я продолжу снимать этот «Принц Перси. Песка времени». Обязательно. Пока что... Что это сейчас было? Так что пишите в комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Всем удачи. И всем пока.